Так, вот. Бандера, ведь это гуран, уже точно. Пошел. Нет, самое интересное, нашим словацким друзьям будет интересно. У меня супруга очень интересная фамилия, хотя ничего вообще, ну, мы демократы все. Но я смеюсь сейчас, что госпожа Джугашвили будет жить на улице Степана Бандера. Это моя жена. Нормально. Ну, что, все, у нас демократия полная. Все хорошо. Всех мы любим, всех уважаем. Вот и все. Паша, я же не так сказал. 100%. Я ей говорю, ну, мать, держи, сейчас ты будешь жить в паспорте. А ну, Бандеровка. Ну, именно такая. Ну, ты неправильно, ты ж держишь этикетку, закрыв пальцем. Бандеровка. И цвет, заметь, правильный цвет, черно-красный. Бандеровка. Я тоже с работы, у меня сегодня много было. Вот кто первый должен выпить Бандеровки. Так надо же правильное фото сделать. Стой. Ти ж держиш Бандеровка, і я... А там якесь є сфотка. Назва була. О, стоп. Ну, нам же важно... А портрет там є? Степана Бандери, нема? Это его капли. Бандеровка, это его жена. Чисто Кто не выпьет, той москаль. Я уже Бандеровец, это еще полтора было. Можно? Полтора. И кому-то... Разбахнули. Бандеровка, кто не выпьет, той москаль. Олег, подожди. Можно сюда? А тебя там на границе с этой фотографией. Да ладно, хто там буде? Випадок, ну, для того, щоб нас зрозуміли брати росіяни, я перейду на російську мову. Так от, є у мене один товариш армійський, Юра, з яким ми на ракетному полігоні Капустин-Яр, як кажуть, ділились останнім глотком води в казахстанській степі. І от він зараз живе... Живет в Якутии, в Радишке, там за полярным кругом, где, как говорят, там, где кончаются рельсы. И что самое интересное, что родился он в Алма-Ате, служил там же вот в Казахстане, в Уревской области, потом уехал сразу же после армии, завербовался, уехал в Якутию, да. Вот он по эту сторону Урала, никогда не бывал, никогда не жил. И тем не менее он такой, знаете, заядлый крымнашевец, такой путинец, такой патриот России. И вот когда начались вот эти все дела в Крыму, на Донбассе, ну, мы с ним страшно разругались и, ну, некоторое время вообще не общались. А потом вот в прошлом году он позвонил ко мне, 1 января, вот именно 1 января, ну, типа того, что, ну, мы все-таки друзья, давай забудем все, что было, там, давай помиримся, простим друг другу. Ну, я сказал, что, да, и предложил выпить, давай вот по скайпу, так сказать, отдавая дань уважения новым технологиям, давай выпьем за мир, дружбу, по скайпу. Ну, и я согласился, в принципе, мы как бы выпиваем, говорю, да, тем более, что сегодня у моего товарища Степана Андреевича тоже день рождения, да, он, ну, давай за Степана Андреевича, а потом говорит, ну, а кто такой Степан Андреевич? Говорит, ну, говорю, ты наверняка его знаешь, Степан Андреевича, потому что фамилия его Бандера. Степан Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года. И он так расстроился, что он выпил во имя, так сказать, памяти Степана Андреевича Бандеры и отключился, и потом еще где-то целый месяц ко мне не звонил и очень обижался, что я как бы вот так его подставил. Поэтому я после этого случая всегда говорю россиянам, что ребята, 1 января вы никогда не похмеляйтесь и никогда не выпивайте. Потому что выпивая в этот день, вы априори выпиваете за Степана Андреевича Бандеру. Слава Украине, героям слава.